Минувшее воскресенье на улице Канатной обрушилась тяжелая бетонная основа балкона второго этажа номер 47. По счастливой случайности никто не пострадал. В воскресенье 18 августа одесситы сообщили, что на улице Канатной 47 упал балкон. Новость об обрушении аварийного балкона мгновенно разлетелась в соцсетях. Аварийного, так как уже долгое время основание балкона из старых прогнивших досок над головой пугало прохожих и жителей дома, которые, ежедневно выходя из арки, также подвергали свою жизнь опасности. Как сообщает депо «Одесса», раньше собственник данной квартиры обратился в ЖКС с просьбой посодействовать в проведении работ по демонтажу аварийных элементов, после чего планируют провести капитальный ремонт балкона, говорится в сообщении. Кроме того, в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета подчеркнули, что балкон является частью квартиры и ответственность за его состояние несет собственник. Радует, что по счастливой случайности никто не пострадал в этой ситуации. К большому счастью, потому что мы здесь ходим несколько раз в неделю, и обойти это место никак невозможно. Ничего нового по поводу ситуации в городе сказать не могу, потому что она продолжает оставаться удручающей в плане угрозы падения деревьев, провала асфальта, падения элементов декора. Поэтому я уехала отсюда, потому что, извините за выражение, здесь же Нету ни властей, ничего. Везде все убыток, везде топит, везде падает, сыпется. Я своего ребенка увезла, потому что я не вижу будущего. Увезла с Одессы. Поэтому здесь будущего никакого для детей нету. Мы уехали ради детей. В первую очередь люди должны были на это обратить внимание, ну и коммунальные власти все наши городские. А вот в Приморской райадминистрации утверждают, что собственнику было выдано предписание, чтобы он демонтировал элементы балкона, но тот, в свою очередь, этого не выполнил. И якобы мэрия своими силами демонтировала нависающие конструкции. Но мы точно знаем, что состояние балкона было аварийным. Каждый день приближал к несчастному случаю. Никто ничего не делал. Убедитесь сами. Наша съемочная группа еще 11 июня, практически 2 месяца назад, рассказывала про этот балкон и предупреждала о возможном обрушении. Так кто же все-таки виноват и кто несет ответственность? Надо, чтобы мэрия работала. Не хочется, конечно, все валить на городские власти. Наверное, коммунальное управление. Безусловно, сами люди. Ну, я не знаю просто, насколько владельцы этой квартиры, например, несут ответственность за падение. Самим смотреть, как хозяевам, самим смотреть. Потому что вот я считаю, это лично мое. Это же чья-то квартира. Почему они допустили до того, что упал балкон? Это же не придет, например, мэр города и делать. Надо что-то самим подниматься и делать. Мы же хотели такого мэра, мы хотели все сами. Мы выбрали всех сами, поэтому на кого-то грешить, это все сами виноваты люди. Это мое личное мнение. И пока городские власти, как всегда, тратят время на выяснение обстоятельств, кто же виноват, как говорится, перекладывая с больной головы на здоровую, факт остается фактом. Балконы обрушаются практически людям на голову, фасады разрушаются, исчезают памятники архитектуры, коммунальные службы не работают. Взаимосвязь одессит-город пропала. Боремся только с последствиями, не заботясь о жизни людей.